Всем привет-привет! У нас сегодня праздник! Добро для всех! Как настроение? А давайте создадим шуму для всех, кто сегодня все пришел. Мы большая команда Вселенной Любви, и это наши друзья. А мы точно сегодня не будем скучать, будем петь и танцевать. Все хотят танцевать, веселиться. Да. А еще я хочу сказать, что сегодня праздник Вселенной Любви проводит во многих городах. И Москва, и Дедовск, и Саратов, и Пенза, и Саранск. Так что мы большая-большая сейчас праздничная семья. И начинаем наш праздник. Зачем она такая? Ну что ж мне делать? Как мне быть? Терпеть невыносимо. Ну не могу ж я с ней дружить. Придется, видно, отлупить, чтоб не была красивой. Все дети должны шалить и веселиться, бегать, кричать, но при этом учиться, книжки читать и со спортом дружить, и дружбой должны уметь дорожить. Флешмоб. Танец маленьких утят. Танцуют все. Молодец, умница. Не давай никому по макушке.
будем играть небольшую вышибалу. Опа. Ну, еще разочек. Молодцы, ребята, давайте. Осталось два голоса. Так, и он для очаровательной женщины. Молодцы! Все победили! Ура! Похлопаем друг другу! Молодцы! Молодцы! Благодарим наших красавиц. Спасибо большое. Я мой король, ты моя королева, я твоя боль, но ты терпела, ты ангел мой, ты мой лучик света, я твой герой, ты моя Джульетта, и навсегда на горизонте света одна судьба. Сквозь миры и планеты ты моя звезда, солнцем любви согрета, буду любить тебя, ты моя Джульетта. Спасибо. Бархатный футляр, и замуж вы согласны пойти на этот раз. Да я-то! На вас! Молодцы, ребята, спасибо! Thank you.
чудесный, чудесный танец, действительно на крыльях ветра, волшебные девочки. Браво, браво. Играем в горячую картошку. Скажите, пожалуйста, вам понравилось? Взрослые, а вам понравилось? Супер, давайте похлопаем сами себе за то, что мы сегодня пришли, собрались здесь, за то, что выступили классные ребята. Хореографическая студия «Новые стегири» у руководителя Екатерины Волосинина. Театральная студия «Синяя птица» у руководителя Нина Юрьевна Громова. Хореографическая студия «Жемчужина», руководитель Маргарита Коломыцкая. Студия «Брейкосфера», Николай Калаев. Творческая студия «Хит», руководитель Юлия Зеленина.
сегодня звукорежиссер и оператор Леонид Сибирский. Счастливый проект. Спасибо всем. В этой жизни.